буду снимать фильм, как мы ехали на футбол. Запрос в штрафную. Так оно, собственно, и происходит. Опасно. Удар по воротам Шпанга. И гол! Открывают счет карагандинцы. Убегает. Мирондов спасет Чеха. Удар по воротам. Забивается таки Шахтер. Столь нужный мяч на последней минуте этого матча. Игра окончена со счетом 2-1. Победу в этом матче одерживает Шахтер. Отличились, напомню, Андрей Карпович первым, Джорджи Диспотович из ЖТСУ счет сравнял. И уже под занавес этого матча воспитанник карагандинской школы футбола Роман Муртазаев дарит Караганде столь нужную победу. 2-1, и Шахтер в турнирной таблице, по крайней мере, ЖТСУ обходит точно. Для вас матч этот комментировал Виталий Исибаев. Я с вами прощаюсь. Любите футбол, особенно любите наш отечественный казахстанский футбол. До свидания.